10 января 2021 года состоятся очередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан. Маслихаты – местные представительные органы, выражающие волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и определяющие меры, необходимые для ее реализации, а также контролирующие их осуществление. Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Право выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов, впервые избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке. Включение в партийный список лиц для избрания депутатом маслихата производится большинством голосов от общего числа членов высшего руководящего органа соответствующего филиала или представительства политической партии. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц –